Итак, друзья, всем привет! Сегодня 17 июня 2021 года. Сейчас, друзья, мы приехали на пасеку. Сегодня у меня два помощника. Ну что ж, мы будем ставить магазины. Магазины будем ставить третьи, потому что два магазина фактически пчелы освоили. Там уже имеется мед. Покажи, Миша, что у нас? Почему мы ставим магазины? Вообще, покажи. Стамеска есть у тебя? Да, Костя, ставь сюда вот магазинчики. Сейчас возьмем стамеску. Так достал. Ну, вот стамеску. Мощинка. Мощинка отстроена. Прекрасно. Стамеску надо? Давай сушнинку достань, посмотрим, что там. Мед. Мед? Мед 2021 года. Отлично, отлично. Начинает печатать. Начинает печатать. Итак, ребята, в этом году я думаю, что мы будем опять мед качать в июле месяце. Не будем ждать медового спаса, потому что у нас магазины опять заканчиваются в этом году. Не знаю, как мы справимся с этим годом, с этим медосбором. Но на июнь уже фактически два магазина уже полные. Вчера я приезжал, ставил тоже вот магазины, но где-то три, где-то два стоят. Более сильные получились вчера магазины. Сегодня вот, сейчас вот проверяю я. Итог каков? То, что все они просят магазины. Все, видите, мощинка отстроена. Пчелы много, пчела работает, мощина отстроена. Побелка сотов. Тут я вчера поставил третий магазин. Пчела выкручивалась. Вот, побелка. Побелка, видите, вообще шикарно, шикарно. По весу, ох, ребята, вес, конечно, есть в улье и неплохой. Что ж, Миша начал работать, Константин тоже работает. Все, перетаскивай их все. А я сейчас пройду, посмотрю, которым нужно еще третьи магазины. Вот здесь вот не смотрел. Ну, я думаю, здесь такая же будет ситуация. Да, прекрасно все. Ой, вообще шикарно, шикарно. Ну, тут уберем магазины, поставим. Тут, я думаю, тоже будем ставить третий магазины. Ну, ребята, будем работать. Приехали. Сегодня у нас более пасмурная погода. Ехали плюс 24. Но пчела неплохо работает. Все-таки работает. Несет нектар. Вот магазины привезли. Ставим. Никаких пчел-воровок здесь нет. Пчелам наши магазины неинтересны. Хотя они не обсушивались у нас. На обсушку мы магазины не даем. Прекрасно, прекрасно. Ну, какие пчелы здесь у меня? Ребята, здесь пчелы у меня фактически бакфаст весь. Карника, может быть, где-то попадется, но ее мало у меня сейчас. Для своего взятка, для своего региона мне пока что подходит пчела бакфаст. Я могу с ней работать. Проблем я с этой пчелой не вижу. Много пишут, что проблема с зимовкой у бакфаста. Ребята, если делать все правильно подготавливать свои семьи в зиму, следить за зимовкой. И я думаю, многие пчелы смогут зимовать прекрасно.
У меня зимуют, у кого-то не зимуют. Может быть, причину искать не в зимовке еще надо, ребята. В лечении пчел тоже посмотреть эту причину. Потому что больные, заклещенные пчелы, они бывают, как правило, проблемные. Итак, Константин, давай вот сюда вот. Заноси вот в этот ряд. Ну, здесь на крышке пока ставь, а мы разберемся. Там сколько осталось еще? Немного? Много. Много? Ну ладно, таскай, я буду сейчас работать. Друзья, кто желает приобрести нашего метку, можете писать, оставим какие-нибудь координаты. Я там ниже ролика оставлю, Миша, телефончик. Пишите, ребят, только на WhatsApp, потому что звонить бесполезно. Мы вот сейчас работаем, мы просто к телефону не подойдем. Берем, да, не берем. А работаем мы фактически целый день, вот целый день. Сегодня на этом точке, завтра на другой точок едем, там что-то делаем, на стационарной пасеке. Ну, в общем, работы и работы много. Пишите, интересуйтесь. У нас также, ну, маточное молочко, только я не знаю, можно ли в Екатеринбурге. Самовывозом. Самовывозом, да, потому что мы со льдом его возим в термосе. А на дальние расстояния смысла нет его высылать, потому что лед все это растает. Пыльца в этом году у нас есть, перга, ну перга и раньше была. Ну и мед. По России без мед проблем можно будет почтой отправить. Почтой России, да. Ну кому что удобно. Ну если какая. Кто-то будет много брать, там транспортная компания, пожалуйста, вышли. Итак, ребята, сейчас мы с Мишей расставили привезенные последние магазины. Не всем хватило. Всем не хватило, да, магазины. Вот здесь вот ряд просят, сейчас мы посмотрели, просят третьи магазины. Как будем, Миша, выходить в этой ситуации? Не знаю, рамок у нас не осталось. Больше тысячи штук делали в этом году рамок. 100, по-моему, или сколько? Да. Я думал, что как бы в достатке это. Может быть, если были бы у нас рамки, можно было бы как-то поменяться, допустим, медовые забрать, свежие поставить. Но так как рамок нету, я не знаю, ставить корпуса тогда. Корпуса придется, наверное. Но если делать сейчас новые рамки, это у нас оттянется надолго. Мы просто не сможем, не успеем. А уже все просят магазины. Ну, в общем, ребята, смотрите наш канал, как мы будем в этот сезон выходить из положения. Но я думаю, все равно мы как-нибудь вывернемся, выйдем. Мы получим свой мед, может быть, не доберем что-то, а может, наоборот, возьмем все, что наши пчелы смогут взять в этот сезон. Так что смотрите наш канал, мы будем вам показывать, что будет происходить у нас в этом сезоне. Ну так, ребята, кто если досмотрел видео до конца, не забываем поставить лайк. Поддержите наш канал, вы посмотрели, вам это не сложно, откликните там что-нибудь вверху. И все. Ну а кто новенький, не забываем подписаться, нажать внизу на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео на моем канале. Всем, друзья, пока и до новых встреч. Всем удачи. Пока-пока.